Всем привет! Я наконец-то вернулась, и сегодня мы с вами будем играть в Project Makeover. Перед началом просмотра этого видео я хочу вас попросить оставить любой комментарий под этим видео. Всем приятного просмотра, ну а мы поехали! Мы команда шоу «Проект Преображение». На этом шоу мы помогаем людям раскрыть свою внутреннюю красоту. Однако наш режиссер Грета заставляет людей видеть лишь свои недостатки. Нам нужна твоя помощь. Пожалуйста, стань новым режиссером проекта «Преображение». Мне кажется, сюжет понятный, потому что я поняла, и вы тоже, наверное. Project Makeover. Ну, заставочка тут такая прикольненькая. Начинаем играть. Бррр, еще одна безымянная девица, которой отчаянно нужно поменять имидж. Прости, девочка, но даже я, Грета Фондетта, международный эксперт по преображениям, не смогу исправить этот кошмар. Такой стреколюдине никто не поможет. Но я так не думаю. Хватит, Грета, на этом шоу мы помогаем людям. Мы нашли нового режиссера. Ну и кто это создание без имени и славы, которое считает, что может меня заменить? Пишем имя Жасмин Цесс. Я новый режиссер. Угу. Давай пишем быстрее. Жасмин Цесс? Что это вообще за имя такое? Какая безвкусица. Я ухожу. Вы еще услышите о Грете Фондетте. Услышим. Хорошо. Уходим. Не волнуйся, милая. Жасмин Цесс – главный эксперт в индустрии. Что бы там Грета ни думала. Прошу, помогите, Жасмин Цесс. Я недавно закончила университет и скоро выйду на первую работу. Но я не готова взрослеть. Не переживай, Жасмин Цесс знает, что делать. Ага, вот наш план преображения в 3 этапа. Короче, ладно, я поняла. Нажимаем по стрелочкам. Нам тут показывают, что делать. Нажимаем на очечки, а все, денег нет. А как мы преображать будем? Добро пожаловать в мой салон, где мечты становятся явью. Для начала давай-ка избавимся от очков и полюбуемся на эти прекрасные голубые глазки. Хорошо, ла-ла-ла. Без очков лицо преобразилось. Теперь же Жасмин Цесс может творить чудеса. Конечно, могу. Нажимаем. Что это такое? Мы что, еще уровни проходить будем? А, я поняла, это же 3 в ряд. Ну, короче, игра так называется. 3 в ряд, йоу. Я, честно, люблю такие игры играть, но если они легкие. Потому что если там все сложно, я, к сожалению, не сильна в этой игре. Но пока уровни легкие, мы можем проходить. Все эти уровни, которые мы будем проходить, я ускорю, потому что этот процесс неинтересный. Ну вот и все, мы прошли уровень, заработали 300 монет, еще какие-то 15 долларов непонятных, зачем они нам. У тебя появились монеты, давай потратим их. Хорошо, уложить волосы. Сейчас мы будем волосы стричь. Подбери образ, который подойдет ей. Ну это нет, это тоже нет. Мне кажется, самая лучшая прическа это вот такая вот, вот серьезно. Потому что это как у бабушки, ну не то что ж как у бабушки, мне не нравится. Вот такая мне тоже не нравится, какая-то лохматая. Вот, вот такая вот пойдет. Нет, не это, вот это, да, вот это. Такие длинные волосы отрезать и делать каре, это же вообще... Нет, вот серьезно, я бы не отрезала. Я, конечно, понимаю, что каре сейчас модный, но нет. Неужели это я в зеркале? Нечего так удивляться, теперь немного макияжа. Ага, макияж, наносим макияж. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, тут, в принципе, нечего наносить. Осенние тона, персиковый. Я выбираю между персиковым или осенние тона. Мне кажется, персиковый подойдет вообще хорошо. Она у нас будет похожа на корейку. Нет, простите, простите меня, я забыл, как называется народ, который проживает в Корее, поэтому я могу сказать неправильно. Я никогда не умела краситься. Получалось то бледно, то слишком ярко. Самое красивое, что может быть на личике, это улыбка. Время переместиться в примерочную. Новая ты, новый образ. Добро пожаловать в примерочную. Сначала давай снимем эти пижамные штаны. Снимаем, снимаем новый низ. Ла-ла-ла-ла. Ну, есть юбки, есть
брюки. Мне кажется, лучше одеть брюки, они смотрятся как-то более так нормально. Тебе нравится уютная одежда, так что все ткани дышишь ей. Но жасмин сесс отвечает за стиль. Как угодно, прямо как пижамка. Угу, конечно. Хорошо. Переходим на второй уровень. Да-дам. Ребятки, простите, но я все-таки решила удалять эти моменты, когда я играю. Я, кстати, добыла новое ожерелье, вот такое вот оно. Я не знаю, подойдет оно нам в стиль, но, ну, в общем, я все равно его одела. Новая блузка. Есть какая-то черная, красная и белая. Но мне кажется, белая подойдет лучше всего. Ну да, мне кажется, белая здесь как-то лучше сочетается, потому что красная это как-то, ну, не очень. Черная она не подходит к серому. Значит, выбираем белую, потому что она лучше. Для более профессионального вида материал важен больше, чем цвет или покрой. Не знаю. Я в моде не разбираюсь. Такой гладкий. Легко надевать по утрам, особенно когда... Чё когда? Почему я не успела почитать? Ну и ладно. Одеваем обувь, мне кажется, ей подойдут вот эти серенькие. Ну, что-то они какие-то черные. А может и вот эти все-таки. Нет, красные точно нет. Вообще ни в какую степень не подходит. Я одела ей черный, но, возможно, потом я поменяю. Я не думала, что смогу ходить на таких каблуках. А они, оказывается, ничего. На работу также можно надеть балетки или другие туфли с закрытым носом. Но каблуки тебя возвысят, причем буквально. Хорошо. И покупаем сумочку. Сумочки какие есть? Есть черная, но она какая-то... Нет, мне кажется, черная не подходит, красная не подходит. Вот это подходит, она прям вообще круто подходит. И все-таки, мне кажется, обувь я тоже потом поменяю. Вот там, потому что была обувь похожа на эту сумочку. Красивая, и в ней моно... И в ней много места. Сюда поместится весь мой обед. Стой, это что, сэндвич с ветчиной в новой сумке? Дорогая, нам надо серьезно поговорить о том, что кладет в сумочку, а что в холодильник. Жасмин Сесс, мы готовы приступить к оформлению интерьера. Пойдем в комнату. Для студенческой берлоги неплохо, но ей пора взрослеть. Да, согласна, неплохо, но пора взрослеть. Мне тоже пора взрослеть, да. Угу. Нет, еще 18, конечно, он. Стол из шлакоблоков, сломанная книжная полка, и все, короче, было вынесено. Сперва снимем старые обои и поклеим новые. Получить. О, на 30 минут бесплатно. Ой, бесплатно, говорю. Бесконечная жизнь. Хорошо, но мы все равно пока будем обустраивать. У нас скоро деньги закончатся, понятно. Вот такие вот белые кирпичные типа обои. Я сама вообще в восторге от них. Отличный выбор, жасмин сесс. А теперь можно подобрать занавески. Угу. Мне самой нравится вот такой вот стиль. Вообще, я просто балдею от него. Ну все, я прошла уровень и получила какое-то растение. Это монстера, пальмы в горшке. А почему пальмы эти, это монстера? Да. Давайте новый пол купим и занавески. Пол, мне кажется, какой-то светлый нужен. Вот такая вот желтая береза. Пол теперь прочный, и на него можно поставить уютную мебель. Хорошо, но мебель мы пока что-то думаем. Давайте книжную полку, короче, поставим. Нет, не очень. Вот эта книжная полка прям вообще к этому стилю нашему подходит отлично. У нас закончились деньги, поэтому проходим новые уровни. Я прошла еще два уровня, покупаем занавески, они должны быть какие-нибудь белые. Есть вот такие вот белые, а есть белые с монстерами, что ли. Короче, с какими-то зелеными растениями, но я выбрала белые, они более так все подходят. Теперь покупаем, наверное, новый диванчик, потому что нам все хватит. Есть серенький, есть красненький, есть какой-то серо-коричневый в клетку, но он мне не очень нравится. Поэтому я думаю, выбираю... Короче, мне он не нравится. Диван точно лучше смотрится в этой части. Ла-ла-ла. Я не успела прочитать, потому что я не успела. Покупаем, наверное, кресло и компьютер. Вот беленький. Беленький вообще отлично подходит. Вот это я понимаю. Уютное и стильное рабочее место. Что-то сегодня у меня с русским языком как-то неладно. Ну, ладно, больше буду книжку читать. Выбираем ковер.
Слушайте, мне кажется, нет, этот ковер точно подходит. Вот, Беркли. Беркли такой беленький, красивенький ковер. Я хочу еще поменять диван, он мне не нравится. Он вообще сюда не входит. Возможно, и входит, но он мне не нравится. Мне нравится какой-то тут серый с синими подушками. Проходим следующие уровни. Прошли один уровень, и теперь ставим журнальный столик. Есть такой и есть серенький. Мне кажется, серенький подойдет лучше всего. Конечно, беленький тоже красивый, но он какой-то не тот, не того стиля, что нам надо. И вообще я не понимаю. Вот из-за дивана и журнального столика, мне кажется, эта комната полностью испортилась. Потому что я не понимаю, что здесь можно еще добавить, чтобы как-то, ну, нормально сделать все. Можем картину купить. Поэтому покупаем картину. Есть такие и есть такие. Нет, такие точно не пойдут. Какие-то гончарные горшки. Они сюда вообще не ходят. Ну как горшки? Это не горшки, это какие-то кругляшки. Я поставила картины с папоротниками. Теперь проходим еще уровни. Я уже надоела мне так говорить, то, что мы уровни проходим. Все, наконец, прошла. Ла-ла-ла-ла. Два уровня прошла. Теперь ставим новый торшер и сейчас все поставим. Ставим. Нет, голубой не подходит. Беленький отлично подходит. Мы сразу вот то, что видим белое, сразу это покупаем и ставим все. Чтобы быстрее игра шла. Нет, нет. Во-во-во-во-во-во. Ну, что ты делаешь? Вот. Это суперское решение, я считаю. Теперь нам нужен ночник, типа, да? Нет, не подходит, не подходит. Вот. Я считаю, что нужно поставить вот этот черно-белый ночник. Он, конечно, сюда тоже не входит, но нормально, мне кажется. Вообще нормально. А, теперь показ. Смотрим. Вау, какое преображение. Вы просто посмотрите. Ну, знаете что? Смотрите. О, она еще на подиуме побывала. Вот это да. А где народ, который на нее смотрит? А где все? А, это она типа представляла у себя дома, как на нее все будут смотреть. Ясно. Следующее преображение. Это какой-то мужик волосатый. В общем, ребятки, надеюсь, вам понравилось это видео, а если же оно все-таки понравилось, то не забудьте поставить свой лайк, подписаться на мой канал и оставить любой комментарий под видео. Мне будет приятно, а вам не сложно. Ой, простите. Спасибо за просмотр и всем пока!